Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабху Банде Нитананда Саходитам Ванча Калпатарувеша Кипасинду Бевеша Патитанам Павуни Бхавишна Вибхю Шнавакти паде деви саттваттвай намо нама. Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам. Девин сарасватин весам тато жайо мадира. Санкиртане кишна катхопадеше. Гаурия патрасу пракасане ча. Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барун Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Дитас Падам Сива Виринчанутам Сараннам Витаттихам Панадавалья Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатай Биспуриджита Гмабигабхавадушвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарумурти Сарадхикамай Када Кипам Каруси Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Видна Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Видна Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канука Будхато Шанкиртану Капитару Камала Ятакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита Бхужау Канука Будхато Санкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангамада Пахарам
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagisha Joshua Vadane Lakshmir Jasacha Bhakshasi Jasaste Hidhe Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Tasmad Gurum Prapadanti Jiggasu Sriya Uttamam Sabde Parecha Nisnatam Brahmani Upasamasrayam Tasmad Gurum Prapadin Jiggasu Sriya Uttamam Sabde Parecha Nisnatam Brahmani Upasamasrayam Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал That I can submit unto the lotus feet of such a guru. Я могу предаться только такому гуру, который может обеспечить мое стопроцентное благо. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру said that. Прабхупада сказал, я хочу предаться лотосным стопам гуру, который гарантирует мне абсолютное благо. Я не стану предаваться тому, кто этого блага обеспечить мне не сможет. Существует разнообразный гуру, гьяни-гуру, йоги-гуру, но кто даст мне абсолютное благо? Пожалуйста, Бхагаван, пошли мне гуру, который даст мне стопроцентное благо. В соответствии со своими самскарами, с нашей предыдущей жизни, в соответствии с интенсивностью нашей молитвы, Нитянанда посылает гуру. Своими собственными усилиями гуру мы найти не можем. Именно поэтому сейчас Чинанда Бхактинанда Такур говорит, «О, господа, не бегайте тут и там в поисках гуру, потому что если вы будете полагаться на себя, вы непременно обманетесь». Ждите, говорит Бхактивинода Такур, и наблюдайте. В соответствии с вашей молитвой, в соответствии с искренностью, гуру придет. Имеется в виду, в зависимости от того, насколько вы искренни, насколько глубока ваша молитва, придет и гуру в соответствии с этим. Даже если вам придется ждать до следующей жизни, не сходите с ума, не принимайте кого попало. Если вы положитесь на себя, вы будете обмануты. Может случиться так, что Садхгуру будет рядом с вами, но вы не сможете узнать его, поскольку не обладаете трансцендентным видением. Вам незнакомы признаки, по которым вы можете определить Садхгуру. Именно поэтому вы должны ждать, наблюдать и молиться. Молиться лотосным стопам Нитянанды. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Пошли мне настоящего гуру. И в таком случае Нитянанда возьмет полную ответственность за то, чтобы вы встретились с гуру. Ведь он сам говорит. Nityananda speaking, I can save you all. Я всех спасу. Я спасу вас всех. Я помогу вам пересечь океан материального существования.
Саранабудитаю Мухилаге Атулба Сансарам Будитаранадаю Мухилаге. Нитянанда was speaking. It is my responsibility. Я несу ответственность за это, говорит Нитянанда Прабху, не вы. Я обязан помочь вам пересечь океан мирского существования. Не переживайте. Все, что я хочу, увидеть, что вы искренне. Полная ответственность за это лежит на мне. Я обязан помочь вам. Ни о чем не переживайте. Все, что вам нужно, нужно быть искренним. Нитянанда Прабху говорит, купите меня. Я готов пойти в ваше владение. Этот киртан пел Шрила Бхактива Тиртха Госвами Махарадж во время парикрамы часто. Тут говорится, что Нитянанда говорит, купи меня и начни совершать баджан Гауранги. То есть, если ты будешь совершать баджан Гауранги, я буду твоим. И когда Нитянанда поет об этом, он в экстазе катается по земле Навадвипа. И в это время он похож на золотую гору. Нитянанда Прабху похож на ребенка. Его проявление, проявление Нитянанды я видел в моем Гуру Пад Падме. Он, мой Гуру Пад Падма был настолько простосердечен, что его нельзя сравнить даже с ребенком. В прошлый раз я говорил о том, что Джива Госвами написал в Сандарбхаха о Гуру Татве. Он написал там нечто особенное. Если вы не будете считаться с этим, то совершите ошибку. Джива Госвами подпишет. Вновь я говорил, что прежде всего мы должны задать себе вопрос, чего мы хотим. Нужно прояснить этот важный момент. Если ваше желание, ваше стремление не совершенное, очень легко существует вероятность, что вы будете обмануты. И Джива Госвами спрашивает, хотите ли вы постичь абсолютную татву? Хотите ли вы обрести осознание абсолютной татвы? Да или нет? Если нет, я не готов продолжать разговор. Если же вы действительно стремитесь к этому, я скажу вам кое-что. И он говорит, «Тасмат гуру». Почему «тасмат»? Ни одно предложение не может начинаться с междометия. Ему должно что-то предшествовать.
Предложение может начинаться с «но», «и» и так далее. Но тут начинается с «тасмат». Что это означает? Глядя на печальное положение материального мира, видя пылающий пожар в этом мире, который представляет собой костер материальных желаний, эгоизма и так далее. И скажите, чего вы хотите? Хотите ли вы прыгнуть в этот костер или хотите избавиться от всяких страданий, переживаний? Шукадева Госвами говорит, если вы хотите стать бесстрашным, вы легко можете отказаться, сказать, с меня хватит, я уже достаточно насмотрелся на уродливую картину этого материального мира. Я достаточно насмотрелся на этот ужасный материальный мир. Об этом говорит Ма Девахути. Больше мне не надо. С меня хватит. Я хочу стать бесстрашным. Шукадева Госвами говорит, если ты действительно хочешь этого, то должен следовать тому, что сказано в шастрах. Но поскольку мы не обладаем необходимым видением, мы этого увидеть в них не можем. Предписание в отношении того, как стать бесстрашным. Говорится, что необходимо принять прибежище лотосных стоп подлинного, возвышенного гуру, который по-настоящему дорог Бхагавану. Это таково определение слова «анукиртанам». Тут указание на то, что не каждый может совершать киртан, только тот, кто принял прибежище у настоящего гуру. Настоящий гуру способен даровать благословение в вступлении, в прославлении Бхага, в этом говорится. Если Гурудев будет доволен мной, я смогу отправиться даже на Вайкунтху, что уж говорить о том, чтобы разбогатеть, что-то заполучить в материальном мире. То есть мне автоматически доступно, становится доступным все. Что говорить о дешевых материальных благах? Не тратьте на них свое время. Обернитесь, сзади стоит Ямарадж и уже целится в вас, целится своим луком. Об этом мы поговорим сегодня. Но люди не оборачиваются. Посмотрите назад. Обернитесь. Там Ямарадж уже натянул тетиву. Но мы продолжаем играть. Итак, Шукадева Госвами говорит, что все уже сказано, нет ничего нового. Говорится «Харернам Анукиртанам». Не прекращайте, прославляйте Господа, повторяйте харинам, повторяйте харинам. Спите, едите, что бы вы ни делали, язык не должен отдыхать. Постоянно повторяйте харинам. И тогда, если у вас действительно проявится настроение служения,
Харинам начнет танцевать на ваших устах. Но настроение севы, настроение служения необходимо для этого. В отношении этого в Шримад-Бхагаватам говорится. Материальные органы чувств не могут осознать Бхагавана, не могут его почувствовать. Но их можно занять в преданном служении Господу. Глазами можно смотреть на изображение Бхагавана, языком можно прославлять Бхагавана, ушами слушать киртан, харикатху. И когда мы займем все свои органы чувств в Харисеве, Бхагавата-севе, лишь тогда на наших устах сможет проявиться чистый харинам. Мы, во-первых, сможем говорить харикатху, подобно ветру, а во-вторых, на устах проявится чистое святое имя. И это будет естественным процессом. Нам не придется заучивать шлоки, заучивать речи, чтобы потом выступить. Естественно, харикатха будет литься с наших уст. So, Anukita Jiva Goswami writing, Tasmat Guru Prabhati, Jigyasu Seyam Uttama, Shabdi Parecha Nishnatam Brahmani Upasama. Jiva Goswami подпишет, какого рода гуру мне нужен? Тот, кто является Шабде Парича Нишнатам, Шабда Браман и Парабраман, то есть обрел осознание того и другого. Я видел это в моем Гуру Пада Падме. По-своему, во-первых, он был пандитом, великим пандитом, а во-вторых, он совершал непосредственное служение, прямое служение Бхагавану Шри Кришне. Он никогда не говорил пустой, сухой философии. Он говорил лишь о том, что осознал, о том, что проявилось в его сердце. Он настолько был пришел в единение с Брахмой. Упасам в этом стихе означает освобождение, то есть освобождение от страданий. Освобождение от горящего сердца. Кто мне поможет потушить огонь в моем сердце? Мне нужен именно такой гуру. Тот, кто потушит полыхающий огонь в моем сердце. Где же он, этот гуру? Кто спасет меня? Гуру вновь день за днем совершая служение, настолько пришел в такое единение с Бхагаваном, что он является одним из самых близких и дорогих его спутников. А затем Джива Госвами объясняет. Предположим, человек решил принять гуру, руководствуясь своим ложным эго. Он от кого-то услышал о прославленном проповеднике и пришел к нему. Мало кто привлекется неизвестным преданным, таким как Шрила Гаурикишор Дас Бабаджи Махарадж. Мало кто знал о нем в то время. Лишь такие великие вайшнавы, как Шрила Прабхупада, видят подлинную природу чистого преданного и принимают прибежище у него. Выдающийся пандит современности, каким являлся Шрила Прабхупада, принял прибежище, казалось бы, казалось бы, совершенно необразованного Шрила Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджа. Really important.
You can say, Gaur Kishore Bhajima is not verse in Shastra. I say, yes, he's Shastra. Можно сказать, что Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж толком не знал Шастры. Но я опровергну ваше утверждение. Это только с вашей точки зрения, говорит Прабхупад. Он не образован. Но не сомневайтесь. Все Шастры, Веды, Упанишады, все, о чем он говорит, то есть он в полной мере осознал Веды, Шастры и все священные писания. Итак, Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж — выдающийся знаток шастр. Но с нашей точки зрения он был неграмотен. Но видение Прабхупады заключалось в том, что он видел Шрилу Гаур Кишор Дас Бабджи Махараджа как великого знатока, великого вайшнава, который уже, которому принадлежит Кришна. Кришна уже пленен Гаур Кишор Дас Бабджи Махараджем. Он, Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж купил его. А иначе, если бы Кришна не принадлежал Гаур Кишор Дас Бабджи Махараджу или Чайтанья Махапрабху Гауранга, как бы в 12 часов ночи полуслепой Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж мог пересечь реку? Когда вокруг никого, как бы он мог добраться до читания Мадха? Представьте, Прабхупад ночью совершал, повторял Харинам, и посреди ночи, и в темноте увидел, как Бабджи Махарадж приближается к нему. Он был поражен. Как вы добрались сюда? Ведь ночь, вокруг одни шакалы. Глухой лес. Кто вам помог добраться сюда? Как вы пересекли реку? Как вы переплыли? Бабджи Махарадж ничего не сказал. Только рассмеялся. Не сказал ни слова. И Прабхупад тут же осознал, что сам Гауранга помог ему переплыть и добраться до Чайтанья Гаудиамадха. То есть вначале Прабхупад спросил, но потом он очень четко увидел все, что произошло. Вспомните, я рассказывал в прошлый раз о Сурдасе, когда он, ослепший, упал в яму, Кришна поймал. А потом он схватил его и сказал, «Я тебя не отпущу, ты мой Кришна». А тот не сознавался, «Нет, я тут местный мальчик, пастушок». Но Сурдас не отпускал его. В конце концов, Кришна вырвался, а Сурдас сказал, «Ты ускользнул, убежал, бросил меня здесь, думая, что я беспомощный старик, но кто, как ты сможешь убежать из моего сердца? Нет, ты слабак, ты не сможешь выбраться из моего сердца. Лишь если ты сделаешь это, тогда я поверю в твое могущество».
Итак, у нас нет никакого права говорить, что Гуришкшордас Бабджи Махарадж был неграмотен. Сам Прабхупада доказал обратное. Его сердце Кришна, и у нас нет никакого права говорить подобное. Jasmin prapte sarvamidam praptum bhavati. In Upanishad speaking, after getting that absolute tattva, what else we can expect? After getting that absolute tattva, what else we can expect? Что нам нужно помимо абсолютной таттвы? То есть. You are getting that tattva. Jasmin gatte. After knowing that absolute tattva. Когда вы ее осознаете, вам больше ничего не будет нужно. Вы больше ни в чем не будете нуждаться. Потому что абсолютная таттва есть сам Кришна. Когда вы познаете Кришну, вам больше ничего не будет нужно. А Кришну можно связать лишь собственной любовью, лишь любовью к Нему. Но Джива Госвами объясняет, да, Он объясняет всем нам. Предположим, мы приняли гуру, который толком не знает шастры. У вас возникает вопрос, а он не может дать ответа, который рассеет ваши сомнения. Вы начнете сомневаться в нем и пойдете. Поэтому в стихе говорится, что гуру должен обладать полным знанием шастр. We can approach with very, we can calculate everything by them, and with humble attitude, very clearly, we can go towards. Somebody can put question, why should I follow Bhakti Yoga? I can follow other. Кто-то может задаться вопросом, зачем мне следовать Бхакти Йоге? Я могу пойти по другому пути, например, карма-йоги, гьяни-йоги и так далее. Ответ в следующем. Сам Бхагаван говорит, если в вашем сердце бхакти, все проблемы автоматически решаются. Присутствие бхакти в сердце решает все проблемы. Но на пути гьяны, пока вы не обретете абсолютное знание, то есть что можно назвать знанием? Кто-то знанием, абсолютным знанием называет брахма-таттву. Хорошо, но в действительности, пока вы не достигнете высшего знания, вы в любой момент можете пасть. И никто не поможет вам. Но в Бхагавад-гите приводится эта шлока, которая применима лишь для тех, кто идет по пути бхакти, других, на других путях к цели. Подобных поблажек не существует. Вы когда-нибудь слышали, что... То есть мы знаем, что Бхагаван Бхактаватсал.
Мы никогда не слышали, что Бхагаван является Гьяна Вацал, Карми Вацал. То есть имеется в виду, что Бхагаван любит своих бхакт. Никогда мы не слышали, что любимчиками Бхагавана являются Карми, Гьяни и так далее. Нет, с самого детства мы слышали, что Бхагаван Бхакта Вацал. Бхагаван говорит, что бхакти-йога настолько могущественна, что даже если в этой жизни вы сделали всего пару шагов на пути бхакти, а затем остановились и продолжили жить свою материальную жизнь, в следующий раз, когда вы примете рождение, вы продолжите именно с того места, на котором остановились. So, Bhagavan speaking, opi chet sudura charo bhajate mam ananava sadureva swamantabhya shammak bhavasito hisa. Bhagavan speaking, итак, Бхагаван говорит, опи чет судура чаро. Опи чет судура чаро. Опи чет судура чаро. Is dura charo. Dura charo. Bhajate mam ananava. But he преданный может быть дурачара, то есть совершить какую-то ошибку, но при этом, если он поклоняется исключительно мне, он не поклоняется кому-то из полубогов, ни Сурии, ни Индре. Он поклоняется только мне. Опичет судурачара. Садурева самантебья самма бхавасито хиса. Опи ачет. Опи ачет. Два эти слова очень важные слова в санскрите. Чет означает следующее. Предположим, в предыдущей жизни преданный Господа вел не самый лучший образ жизни. Как Ратнакар. Ратнакар в следующей жизни родился в Вальмике, Вальмики Муни. То есть сначала он был... То есть он родился как злобный охотник. Он был злой, он был дурачара, но благодаря милости Нарады он изменился. Предположим, прежде у вас были очень плохие качества, вы вели плохой образ жизни, грязный образ жизни, но затем, начав бхакти, вы изменились постепенно, постепенно. Но случилось так, что из-за обстоятельств, из-за своих предшествующих дурных самскар произошло что-то, что заставило вас вновь совершить какой-то грязный поступок. Это можно сравнить с вентилятором, который выключили и который на протяжении еще какого-то времени... который на протяжении еще какого-то времени... который на протяжении еще какого-то времени продолжает крутиться. So this way, actually, for some and certain time, it can show some retardation. То есть какое-то время он еще совершает движение, а затем останавливается. After that can come to standstill point. Not immediate. Not immediate. То есть он не может завершить свое движение немедленно, в ту же секунду. Точно так же, если преданный уже ставил неблагочестивый образ жизни, у него уже нет желания совершать греховные поступки. Но в силу определенных обстоятельств, в силу своих старых привычек, он, может быть, и не хочет вновь грешить, но он совершает какой-то нехороший поступок. Бхагаван говорит, в таком случае он не должен совершать, ну, как-то искуплять свой грех.
потому что я нахожусь в сердце каждого. Я в его сердце, и я очищу его сердце. Любое осквернение, которое придет в его сердце, я очищу, я омою сердце. Bhagavan speaking, by chance, he is doing something, he need not go for expiation or atonement. Итак, если мой преданный совершает ввиду своих предыдущих грязных самскар какой-то грех, ему не нужно предпринимать совершать какую-то деятельность, которая искупит его грехи. Я обещаю, что, говорит Бхагаван, я сам очищу его сердце. Но тут речь идет о случайном совершении греха. Even Bhagavan speaking, my bhakti, my devotion towards me can purify even the dog eater, dog flesh. Bhagavan говорит, что преданность мне очищает даже собакоеда, свиноеда. То есть даже тех, кто ел быков, свиней, собак. Любого вида викарму я могу очистить в сердце моего преданного. Но тут речь не идет о карме, гьяне, йоге. Если на этом пути практикующий совершает ошибку, это ведет к его неминуемому падению, к неизбежному падению. Итак, Ратнакар Вальмики, который позднее написал Рамаяну, в предыдущей жизни был разбойником, убийцей. Он хотел даже Нараду убить, но когда он обнаружил, что у него нет никаких денег, он не стал убивать. Но он был настолько хладнокровен и настолько жаждал крови, что убивал даже за совершенно... Еще один пример об этом. Когда Махапрабху в Южной Индии совершал паломничество, он бежал пересекая реки и так далее. Навстречу ему шел человек с кувшином йогурта. Спросил, ты хочешь пить? Да, согласился Махапрабху, хочу. А как ты будешь пить, если у тебя нет кружки? Спросил этот человек. Ни кружки, ни блюдца. Он говорит, если дашь, я попью. Он взял кувшин и прямо из горлышка стал пить. И поскольку это сам Кришна, он выпил его целиком. Это был огромный кувшин. Тот спросил, а деньги? Деньги? А Махапрабху сказал, да нет денег. Да где мои деньги? Ну, денег нет, сказал Махапрабху. Там за мной идут преданные, спроси у них деньги. И побежал. И потом он встретил преданных и спросил, это ваш саньяси тут бежал? Да, он у меня весь йогурт выпил, заплатите за него. Да, но они говорят, ну если у нашего прабу нет денег, откуда у нас его слуг деньги? So you think man is cheated?
Что, что вы думаете? Тем самым Махапрабху обманул этого человека? Конечно, нет. Он выпил, то есть он принял от него йогурт, и тем самым он наделил его всем. То есть он получил полное благо, этот человек. Как торговка фруктами, Кришна. Он взял фрукты у нее, но ему не было, нечем было заплатить. Тогда он дал ей какие-то зернышки в ладонь, вложил. Она настолько обрадовалась этим зернышком, вообще была рада, что получила, что накормила Кришну, что держала на своих коленях. Когда она пришла домой, она увидела, что вся ее корзина полна драгоценных камней. И эти камни, в материальном мире таких камней не сыскать. Это камни из трансцендентного мира. И точно так же Ратнакар хотел убить Нарада Муни, но он говорит, у меня ничего нету, кроме вот музыкального инструмента. И тот не стал его убивать. Итак, мы видим, что в Бхагаватам приводятся примеры того, как великие грешники становились великими преданными при помощи бхакти-йоги. Это возможно лишь при помощи бхакти-йоги. Да, при помощи кармы, при помощи гьяны, возможно, можно достигнуть ощущения, но нет никакой гарантии, что вы достигнете своей цели и не падете. Ведь так много случаев приводится в Бхагаватам, примеров того, как практикующие падали. Приаврата, к примеру, совершал баджан в лесу. Долгое время, а затем ввиду обстоятельств падали. Какая-то красавица с райских планет стала танцевать перед ним. Он приоткрыл глаза, увидел ее, и вся его врата закончилась. Этому много примеров. Таким образом, нет никаких гарантий на путях гьяны, кармы и так далее. Что не касается бхакти-йоги, даже если вы неграмотны, принадлежите к самому низшему сословию, ваш ум очень грязный, поведение греховное, все равно Бхагаван говорит, так же, как золото очищается при помощи плавки, при помощи плавления на высоких температурах, just like in contact with fire, gold can be purified very easily. Gold can be purified very easily in contact. The more you burn, the more you can get. Чем больше вы будете жечь его, накалять его, тем чище оно станет. Точно так же говорит Бхагаван. Ятхагни су самидхатча кароти идханси бхасмасят татха мад-вишвая-бхакти уруддхава мад-вишвая-бхакти is very dirty. Мад-вишвая-бхакти уруддхава венанси кришнаса. Printing mistake, light, poor light, so many. So it is written,
Jathagni su samidhat cha karoti edhansi bhasmasat tatha mad visaya bhakti ruddhavai nansi krishna sa. Like one gold piece can be purified in contact with fire. The more you can burn, итак, чем больше вы накаляете золото, тем чище оно становится. Точно так же, говорит Бхагаван, моя бхакти-йога настолько сильна, что даже если вы происходите из низшего сословия, ваше поведение греховно, и ваши склонности, наклонности греховные, но вы каким-то, по воле случая, вступаете в общение с преданными. И это дает вам возможность достигнуть высшей цели. Постепенно мы будем разговаривать о видах бхакти. Но сейчас... Так вот, посмотрите, насколько уникально, чудесно. Человек, говорится, человек из самого низшего происхождения, человек, который ел коров. Например, охотник, он ел сырое мясо и очистился благодаря общению с Нараджи. Итак, душа очистилась, его душа очистилась настолько, что он боялся убить крошечного муравья. Когда Нараджа Махарадж и Парват Муни пришли к нему в гости, Нарада сказал Парват Муни: «Хочешь посмотреть на моего ученика?» «Да», — согласился тот. Когда они стали подходить к его дому, тот увидел их издалека, еще издалека, и начал побежал к ним, но перед собой он стал сметать с дороги муравьев, а затем расстелил свое покрывало и предложил поклоны для того, чтобы не задавить ни одну букашку. Нарада спросил: у тебя есть чем питаться?» «Да, у нас столько просады, ты посылаешь нам столько просады, что нам с женой тут более чем достаточно. Я не знаю, что делать со всем этим». Нарада говорит: «Друг, ты ешь сколько нужно, остальное раздавай». Итак, Бхагаван настолько милостив, что мне не нужно ходить и собирать милостыню. Он все устраивает. На самом деле, чем меньше денег, тем меньше проблем, меньше переживаний. Когда деньги приходят, я тут же трачу их. Когда ко мне деньги приходят, я тут же трачу их на книги. И вот было такое, что ни копейки не оставалось. Вот 10 рупиев оставалось, я оставлял тем, кто занимался этими печатанием книг. А сам уезжал совершенно без копейки во Вриндаван. То есть каким-то чудом всегда все случалось. Книги печатались, когда у меня совершенно не было денег в кармане. Кто-то вот однажды пожертвовал 50 тысяч на печать книги. One man from Australia or some place, I don't know, I cannot remember. He paid for Nisimho Parikshit. Еще однажды один преданный из Австралии оплатил печать Нарисимха Парикшитарию, книгу. He paid for one. Another man. Еще один человек с Говардхана заплатил за другую книгу. То есть постоянно находился кто-то, кто спонсировал печать книг. Итак, Бхагаван, все, что хочет Бхагаван, это увидеть ваше стремление служить.
Все остальное он берет в свои руки. Вам не нужно ни о чем переживать. Все, что должно быть у вас, это стремление служить. After that, we go to the government office adjacent, we say, in the tiffin time, you can distribute. So where from coming? Who bring it? Who bring? In the Giriraj, Govardhan Puja, this, that. So many sweet and во время Гирирадж Говардхана Пуджи столько сладостей появлялось, то есть все, что приходило, мы тоже раздавали. То есть, ну, как-то все самим собой. Все само собой образуется. Парват Риши говорит Нараде, ты действительно волшебник. Ты изменил сердце этого хладнокровного убийцы, охотника, сделав из него великого преданного. Много подобных примеров. Шоубари, к примеру, это была низкорожденная женщина. Она была очень некрасива, темнокожа. Но она получила бхакти-семя, семя бхакти от своего гуру Гаутама Муни. Ее гуру сказал, ты определенно встретишься с Рамачандрой. Наступит день, когда это произойдет. Она ждала этого дня. Каждый день, с самого своего детства, когда она еще была маленькой девочкой, она начала делать это, она собирала фрукты, свежие плоды и клала на тарелку для Рамачандры. Он никак не приходил, но она ждала, ждала. Ведь Гурудев сказал, не сегодня, так завтра Рамачандра придет. И вот она уже превратилась в старушку. Но по-прежнему она верила. Гурудев сказал, не сегодня, так завтра Рамачандра придет. Она совсем состарилась. И вот, это долгая история сейчас, нет времени рассказывать ее в подробностях. Однажды во время наводнения пришло много муни и риши, которые захотели принять, искали прибежище. Not story. I'm not speaking any story. I'm speaking fact, foolish. After that, what happened? Somebody taking water from one water pond there. But one day, Rishi Muni watching, he is taking water from that pond. Hey! Taking water from there. You are low caste. Hey? You're contaminated. We cannot drink this water. Somebody frightened and coming back. But the water become like stool and urine. Like one pond where all students. То есть саду поселились неподалеку, и когда они увидели, что она берет воду из колодца, они сказали, что это низкокастная женщина набирает здесь воду. Прогнал ее, она ушла, и вода превратилась в испражнение. Итак, наступил день, когда Рамачандра пришел к
к этой женщине и сказал: «Саубари, дай мне фруктов». Она предложила ему фрукты, стулоси и так далее. «Я хочу пить, Саубари, не могла бы ты мне дать воды?» Она взглянула на Риши и Муни и взглянула на Рамачандру. То есть они, Риши и Муни, не позволяли ей набирать воду. Но Рамачандра настаивал: «Иди, принеси мне воды. Вот там колодец». Все знали, что он испорчен, что там нет хорошей воды, что это там плохая вода. Но Рамачандра настаивал. Саубари уже начала сильно переживать, у нее тряслись руки. Она отправилась к этому колодцу, к пруду. И когда она прикоснулась к колодцу, вода стала кристально чистой. Муни и Риши стали переглядываться. Они поняли, что совершили оскорбление лотосных стоп Саубари. Именно поэтому вода в этом пруду стала испорчена. Но когда Саубари вновь коснулась этой воды, она стала кристально чистой. Рамачандра взглянул на Муни и Риши. Итак, у нас нет права оскорблять преданных, которые, может быть, выглядят как нищие, как бедные, или происходят из низшего, из неблагополучных семей. Кто знает, может быть, они преданные. Итак, Рамачандра, к примеру, он даже дружил с одним чандалом, который чандалы испокон веков занимались работой в крематориях, что считается неблагородным трудом. Итак, бхакти появится, останется в вашем сердце, если вы действительно любите гуру и Бхагавана. Люди могут критиковать вас как угодно, могут пренебрегать вами, не выражать вам уважения. Но какое вам до этого дело? Суть в том, что бхакти настолько уникальна. Как говорит Бхагаван, примерно 4 года назад я говорила о этой теме. Говорил на эту тему. Предположим, вы постоянно думаете о Кришне. То есть какая-нибудь женщина постоянно думает о Кришне. Мы смотрим на нее и думаем: грязная женщина. То есть она может занимать какое-то низшее социальное положение, и мы думаем о ней плохо, но она думает о Кришне. Исключительно Майя Деви создает наши материальные тела, превращая нас в мужчин или женщин. Наше тело состоит из 5 элементов материальной природы. Таким образом, наше тело представляет не что иное, как 5 элементов материальной природы, ничего больше. То есть ваше тело состоит из Пракрити, создано Пракрити, и ее тело тоже создано из Пракрити. Оба вы, оба, то есть ваши тела состоят из одного материала. Но атма, которая внутри вас, из-за того, что в вас вселился дух, Because Atma
покрыла вашу атму. Вам кажется, что вы можете наслаждаться, но на самом деле чистая атма не может оскверниться, ничто не может покрыть ее, осквернить ее. Исключительно из-за майи люди в материальном мире становятся словно сумасшедшие. When somebody thinking about being the absolute hero, absolute, nobody there in the infinity world, there is no other hero. Narayan is not hero. Krishna is only. Кришна — единственный герой. Нарайана таковым не является. By the magic spell of Maya, when Mohini, you remember Mohini? Вспомните историю с Махини. Шанкар Бхагаван, когда Шанкар Бхагаван захотел увидеть инкарнацию Господа Махини, не сразу, но его желание исполнилось. В саду он увидел прекрасную девушку и тут же почувствовал влечение к ней, поскольку эта девушка не была обычной девушкой. Это был сам Бхагаван. Бхагаван хотел таким образом проверить Шанкару. Она танцевала. Он тут же почувствовал влечение к ней и побежал за ней. Говорится, что никакая майя не может покрыть сознание Шанкара. Шанкара полностью подчинил себе чувства. Однако он хотел поймать эту прекрасную девушку. Когда он настиг ее, обнял ее, проявился Бхагаван. Эта девушка превратилась в Бхагавана. И он спросил, что случилось, Шанкар? Я специально принял эту форму, чтобы проверить тебя. Итак, эта история учит нас тому, что никто не может заявить, что победил майю. В любой момент любое живое существо материального мира может пасть, поскольку влияние майи очень сильно. Итак, Бхагаван говорит о том, что мы сегодня не успели обсудить, мы поговорим завтра. Итак, никто не может дать гарантии, говорит Бхагаван. Лишь если вы обрели стопроцентную садгуру крипу, есть все гарантии. Саду Гуру Крипа — это единственный выход. Шанкар Бхагаван — великий преданный. Однако Бхагавата Майя помутнила его сознание. Когда эта прекрасная девушка превратилась в Бхагавана, он был поражен, он пришел в себя. И Бхагаван сказал: «Ты тот, кто победил каму, ты тот, кто подчинил себе чувства, все равно был пленен моей иллюзорной энергией». И эта история показывает, насколько могущественна майя и учит нас не быть самонадеянными. Итак, Удхава Махарадж хотел узнать о йоге. И у него были на то свои причины, о которых мы поговорим завтра.
джигасу своем уттама. Сабде паричани снатам брахмани упасамасвам. Ванчакалпатурвашу. Кипасинд бхавашу. Патитанан павани бхав. Вишнатпью. Намо.